Всем привет! Сегодня мы в жилом комплексе «Ты и я» закончили очередной проект в данном ЖК. Здесь мы делали работы под ключ, начиная от разработки дизайн-проекта, заканчивая комплектацией мебелью. И в этом видео вы увидите, что у нас получилось. А теперь давайте пробежимся по квартире и посмотрим вживую, что у нас получилось. И начнем с коридора. Входная дверь была полностью заменена от застройщика. И вот одну очень интересную идею мы здесь применили. Вот посмотрите, над входной дверью есть несколько шкафов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что там может храниться, что там может прятаться. Также эта вся конструкция одним единым контуром идет до шкафа в прихожей. Здесь можно прятать верхнюю одежду. Есть удобный пуфик, на который можно присесть, одеть обувь. Также есть отделение для обуви и крючки для верхней одежды. Проходим дальше и сразу попадаем в гостевой санузел. Для гостевого санузла все стандартно, по классике. Здесь у нас стоит система инсталляции, гигиенический душ, удобная полка, где можно выложить абсолютно все, большое количество полочек для того, чтобы спрятать все нужные принадлежности. И здесь у нас зеркало, небольшая раковина, смеситель. Раковина у нас имеет небольшой шкафчик для того, чтобы спрятать необходимые атрибуты для санузла. Есть пару розеток, чтобы подключить фен либо плойку. Идем дальше. Вообще в этой квартире можно было сделать 3 мокрые зоны, 2 санузла и ванная комната, но это помещение решили отдать под сушильную и стиральную машину. Они у нас здесь стоят друг над другом. Также, посмотрите, соорудили вот такую мебельную конструкцию для того, чтобы максимально использовать свободное пространство. А также здесь у нас расположен электрический щиток, где установлены все автоматы. Из постирочной по коридору мы попадаем в ванную комнату. Здесь у нас разместилась шикарная ванна. Мы сделали специальную отбортовку из плитки, запилили под 45 градусов. Естественно, есть доступ к коммуникациям при помощи открывания и закрывания люка скрытого монтажа. Также смонтирована встроенная сантехника. И сверху у нас есть тропический душ. Вот комбинация плитки под дерево и серого цвета – это беспроигрышный вариант. Если вы не знаете, какую плитку использовать, то, пожалуйста, серый и цвет под дерево – это будет бомба. На соседней стене у нас электрический полотенцесушитель. Обязательно электрический, никаких водяных. Водяной рано или поздно потечет. Не стоит испытывать судьбу на прочность. Поэтому нужно просто заказать и смонтировать электрический полотенцесушитель. Здесь у нас смонтирована система инсталляции, также гигиенический душ, как и в гостевом санузле. А вот здесь вот при открывании дверок мы видим все инженерные коммуникации, которые связаны с водой. Кстати, на этом объекте мы снимали видео по инженерному ремонту, ссылочка будет в описании. Для удобства можно включить освещение, чтобы можно было оценить состояние всех инженерных систем. На противоположной стороне от ванны у нас разместилась подвесная раковина. Подвесная всегда удобнее классической, потому что снизу можно спокойно все помыть, вытереть. Не будет никогда скапливаться пыль, это просто практичнее. Смеситель, розетки для фена, а также зеркало. Зеркало, естественно, с подсветкой. Подсветку мы включаем при помощи вот такой клавиши, которая находится прямо на зеркале. Рядом с ванной комнатой у нас расположена мастер-спальня. Здесь у нас помещение, в которое расположен шкаф и место для большой двухспальной кровати, а также прикроватные тумбочки по левую и правую сторону. Дополнительно для комфорта нашего заказчика мы установили бризер. Он у нас фильтрует воздух, закачивает его с улицы, и вот выходное отверстие. Также не забываем про кондиционеры, они нужны. Летом в Москве жарко, поэтому без кондиционера никуда. Также смонтировали вот такой шкаф. Огромное количество мест для хранения вещей, потому что вещей мало не бывает. Давайте перемещаться в следующее помещение. Это у нас гостиная комната. Она достаточно просторная, и сейчас, за редким исключением, есть жилые комплексы, где есть балкон. И в данном случае нашему заказчику повезло. Здесь огромная лоджия, где мы смонтировали тоже шкаф, и по эту сторону
сделали декоративные рейки и полочки для того, чтобы разместить много всяких полезностей. Не забываем про кондиционер. Потолок у нас по всей квартире натяжной. По периметру у нас теневой профиль. Это смотрится намного интереснее, нежели вы просто щель забьете резиновым штапиком. Здесь у нас ярко выраженная телевизионная зона. Здесь чуть позже будет висеть телевизор, а напротив будет установлен диван для того, чтобы можно было всей семьей комфортно просматривать фильмы, либо какие-то передачи. И напоследок переходим к основному помещению. Это у нас кухня. В каждой квартире кухня – это место сбора всей семьи. И вот здесь вот посмотрите, комбинация темного, насыщенного синего цвета и белого. Это беспроигрышный вариант, поэтому если вы не знаете, какие цвета выбрать для кухни, белый и синий – это то, что вам нужно. По наполнению огромное количество шкафов под самым потолком. Также у нас здесь есть история пониже. Они открываются вот таким вот способом. Здесь мы монтировали сначала кухню, делали боковую накладку и только потом монтировали натяжной потолок. То есть здесь кухня, она проходит потолок насквозь. По поводу фартука. Значит, что выбрать для фартука? Вот вы видите кабанчик. Да, плитка называется кабанчик. Это беспроигрышный вариант. Если не знаете, что выбрать для фартука, стекло, декоративка, крупноформатный керамогранит. Вот кабанчик, он всегда актуален, никогда не выходит из моды. Если вы посмотрите, здесь у нас серая затирка. Также можно использовать там морковного цвета, цвет тифани, синий, черный. То есть эта плитка заиграет абсолютно по-другому. Поэтому вы можете выбрать кабанчик и поиграться с затиркой, подобрать именно то, что подойдет конкретно для вас. По наполнению кухни. Здесь у нас холодильник, микроволновка, духовой шкаф, варочная панель, мойка и огромная столешница, чтобы готовить еду для всей семьи. А также у нас здесь есть посудомоечная машина. На кухне у нас уложен керамогранит размером 60 на 60 сантиметров, а по всей остальной квартире у нас кварцвинил одним единым контуром. Вот такой интересный проект у нас получился. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!